Приветствую вас, уважаемые любители технического прогресса. Сегодня я расскажу вам про своего помощника. Это робот-пылесос от Xiaomi. Купил я его ровно год назад. Содержать пол в чистоте стало гораздо легче. Я практически больше не трачу время на уборку вообще. Потому что робот делает уборку самостоятельно. Несмотря на то, что пол всегда выглядит чисто, пылесос каждый раз после уборки привозит кучу мусора. Робот у меня убирается каждый день. Для того, чтобы уборка была максимально эффективной, я убираю все, что можно поднять с пола. Пылесос, благодаря своим датчикам, строит карту и видит все предметы, которые стоят на полу. Он обязательно их объедет и не застрянет нигде, но уборка будет малоэффективной и займет больше времени. Поэтому я рекомендую оставлять пол максимально пустым. В принципе, для уборки обычным пылесосом или для мытья пола с него тоже желательно все убрать, иначе это будет не уборка, а так себе халтура какая-то. За год щетки пылесоса практически не износились и выглядят как новые. При таком же уровне эксплуатации ресурса щеток точно хватит еще на несколько лет. Да и заменить их стоит недорого, расходники очень дешевые. Мусор из камеры я стараюсь удалять каждый раз после уборки. Сам пылесос периодически очищаю от грязи. Больше никакого обслуживания пылесос не требует. За год эксплуатации я не выявил у пылесоса существенных минусов. Огромным плюсом является то, что пылесос убирается сам, и ты не тратишь на это время. В это время ты можешь гулять с детьми, или сходить в магазин, или лечь спать, кому что требуется, как говорится. Единственным минусом использования этого пылесоса является то, что ты начинаешь жалеть, что он не может протирать пыль с полок, подоконников и различных предметов. Мыть туалет, ванну, раковину и так далее. Надеюсь, что инженеры уже работают над созданием роботов, которые в состоянии это делать. Прогресс же не должен стоять на месте. Всем тем, кто сомневается и выбирает между обычным пылесосом и пылесосом-роботом, я 100% рекомендую брать робота и не тратить больше времени на уборку пола. Когда он у вас появится, вы поймете, что без него теперь никак. Приблизительно как без стиральной машины. Никто же не горит желанием стирать вручную. Вот, собственно, и все, чем я хотел сегодня с вами поделиться. Если вам понравилось, вы знаете, что делать, а я с вами прощаюсь и желаю удачи. Тратьте время с пользой. Пока.